Надо постоять, может, на такси наберем. 33 года, как мы вместе живем. Ладно, 20 дам. Давай. Спасибо. Здоровья вам главное. Остальное все дело будет за мной. Ладно, ждите следующего раза. 63 года вместе. 63? 53. Ну, молодцы вы. Догонят. Немножко осталось. 53. Да? Вы во сколько поженились? Ну, сколько вам лет? Это не мой муж. Нет. Ну, вам сколько лет? Что, 93? 65 лет. 65? Вы 53? Вы что, у вас сколько? В 15 поженились? Да ну. Да? Раннее. Почему? 15. Вот так мальчик, а? Маленечко там, да. Давай закинем. Десяточек закинем. Да. Вот и стрелять. Да он аж покраснел, видать. Так что я молчу. Счастливый такой. Нормально это, бабёнка. А чё? А чё? Это сколько мы с 82-го? Чужие женщины, как это? Вот видите как, а? Своя кто? Булочку уже хочется иногда. Иногда, да? Да. Сейчас уже, наверное, да, жена не даст. Все время хлеб, да хлеб. И даже вот он до 53, зачем надсажать? Он жив. Раз, ну давайте, давайте, просто так я. Вот так вот пошутили. Все, включил, говори что-нибудь. Ну, мы тут оживили базар, тут тихенький был. Оживились тише. Сразу все хоть почему кофе у нас, катали. Скажи, кстати, почем? Потому что не расслышать. Ну, мясо взяла так. Юля, по 420. За килограмм, мякоть, да? Мякоть мне нужна. Хотела приготовить перцы фаршированные. И ребра хотела приготовить. Хотела пень вкусный сделать. Но у меня мама не ест свинину. Там ее организм не принимает. Пришлось взять ради нее говядину. Здравствуйте. Я у вас делала какой-то сыр недорогой для того, чтобы его тереть. Вы еще спросили, да, натуральное? Да. 312, я вас помню. Да, давайте мне его тоже. Грамм 600. Вот такой вот сыр 312. Ну это для того, чтобы поспелиха. Тереть. Да, да, для... Да. Не так, чтобы его там... А что, пойдет расплавить? Или куда-нибудь там... А? Ну да, я же вам сказала. Ну вы что-то переговариваете. Мы вас снимаем. Нет, она у нас открытая. 660 грамм. 270. Сегодня пятница, будний день, поэтому народу немного, вообще, можно сказать, нету. Продавцов тоже мало. Видите, как все укрыто. Ну что, ребята, снимаем сейчас влог. Юра уже начал его снимать вот на базаре, как мы покупали мясо. У нас еще нет ничего, только к сладкому столу. Мы на завтра наметили свое торжество. А, как сказать, день свадьбы. Собрать. Вообще у нас своих, сегодня начался. Своих близких и родных. То есть семью сына и маму. Больше у нас никого нет. Приглашать больше некого. Да у мы нас не хотим. Еще дома конь не валялся. А, все развалено. Розетки еще надо Юре доделать. Розетки надо прикрутить. А то внучки приедут, еще залезут, выключателя нет. В общем, у нас работы предстоит много. Я сегодня хочу полузаготовки сделать. Вот что-то буду из говядины делать, наверное. Гуляш обычно сделаю. Никаких замороченных блюд у меня не будет. Все по-простому, по-семейному. Посидим в тесном кружку. Зато нам должно быть весело. Как обычно, да? Да, да. Приедут же внучки повеселяться. Ну, ждите из дома репортаж.
На продажу? Ну, конечно. Берут хоть? Ну, берут потихоньку. Ну, так, чтобы, ну... Ну, понятно. Кто не солил, те покупают. Раньше платят. Жить надо как-то? Ну, конечно, на эту пенсию разобьешь. Не хватает пенсии? Конечно, еще дочери, внучки помочь. Ну, все такие, помочь надо. Ну, а как? А вам помогали? Вопрос сразу. Да как-то. Нет, мне чем помогли? То, что у меня жилье осталось от родителей. А-а-а. То, что я дочери отдал с внучкой. Вот. Все отдал. Ну, тот свет не утащишь, что? Ну, да-да. Это понятно, но кто-то с этим страдает, у кого-то жить негде. Дело вот в чем. Ну, да. Нам накручивают головой. Это большая проблема сейчас. И денег стоит больших. Ну, сейчас поговорил с мужчиной. Приторговывает капустой собственного соления. Пенсии не хватает. Работал в Барнауле, ездил туда за 12 тысяч в месяц. Ну, отказался, потому что нагрузка большая. Работы много, 12 тысяч. Ну, скорее всего, возраст у него уже за 60. Не хватало денег. Ну, 12 тысяч минус еще же. Надо было, наверное, отнять проезд. Проезд, да. А покушать там тоже, наверное, просто так же не возьмешь нигде. Ну, с собой, наверное, да, как все и мы. Вот представь, весь день там проволындаешься, придешь ты какой? А кем он работал? Ну, ремонтировал там всякие выключатели, тренажеры. Это 2000 метров зал. Облили нас, короче. Не знаю, обтряхнулись носом. Да, вот так и походи пешком. Уходи в сторону, он летят. Ушли. Кто-то притормаживает, едет, а кто-то летит, глаза выпучив. Да. Ребят, смотрите, как облили мою сумочку. Я ее только зашила, купила ниточки подходящие. Ну и вот взяла с собой, называется. Чтобы не расслаблялась. Теперь я очень расстроена. Юрий, говорю, конечно, для здоровья нужно ходить пешком. Ну как можно ходить? Люди, власти Новоалтайска, услышите нас. Почистите нам тротуарную дорожку, чтобы мы ходили в больницу. Да, придет сама почиститься. Привет, Туря. Сегодня у нас гости должны быть. Видите, опять оказия, опять снег. Как он уже достал. Сегодня последний день февраля. Что, будем чистить?
Ну вот, началось. Все за стол! Представление под названием. Ничего страшного. Тут все хорошо снимает. Она. Садись. У меня там расческа была. Кругу самых близких людей. Баба Люда тут у нас. Людмила Павловна. Я ей потом покажу. Можете привет передавать. А кто здесь тогда? Молодые здесь, я здесь. 33 года назад была свадьба. А на следующий день такое тепло было, ручьи текли, правильно? Юрик, сядь туда. Угу. Так, Настя и София идти за стол отказываются. Я к Насте на день рождения не поеду. Все, решили. Да, Какая-то свадьба, название ее? Клубничная или еще какая-то? Сегодня у нас безалкогольная клубничная свадьба. Ни одной клубнички нет. Да, 33 года. Это какое-то название для 30 лет, несерьезно. Ну, еще она по-другому 33. Называется. Как-то каменная, по-моему. Кирпичная. Потому что уже 33 года прожили. Давай, я буду говорить. Давай. Поздравляю вас с днем свадьбы. 33 года прожили вместе, родили двух прекрасных детей. Один из них ты. Ну, давайте без этого. Я хотел потихоньку. Прошмыгнуть незаметно, да? Да, да. Так, ну и желаю вам, конечно, еще долгих совместных красивых лет жизни, любви, взаимопонимания, взаимоуважения и продолжать в том же духе. Горько! О, это ты за все! Один! А что так мало? Все, хватит пока. Спасибо за поздравление. А можно я? Ты что скажешь? Андрюша, давай. Ой, осторожно, у нас стол-то. Очень. А что со столом? Ну что, такой стол у нас новый. Так, колбаса. Ну тут новые эти... Как сказать? Завсегдатые наших праздников подходят. Шаурма, что ли? Нет, это не шаурма, еще один. Мам, я кладу тебе это. А что это такое? Брат шаурмы. Свадебное платье осталось у меня. И шляпа валяется в крыше. Больше ничего. Давай, Настя, что ты хочешь нам сказать? Она была красивая, красивая. Это секрет. Сказки сказать, не пером написать. А что, была некрасивая, некрасивая? Красивая, да? Была красивая. Мамочка, налей мне сок. Весь рудник посмотрел. Все фотографии перелапали. Вот он, хлоп. Выражение лица у Наташки-то мама, тоже часто вот бывает. Мама, вот он, хлоп. Ну давай, Настя, ждем поздравления. Давай, говори. Серьезно. Ну сначала что ты желаешь невесте и жениху? Мы же невеста. Богатый. Богатый. О, какое хорошее пожелание. А для чего? Чтобы мы были богаты. Ну, чтобы вы могли взять обо мне что-нибудь поверили себе. Ну правильно. Понятно. Спасибо. А София будет чокаться? Нет? А что? Ну, Софочка, давай. Дедом. Давай. Дорогие дети, поздравляю вас с днем свадьбы. Желаю вам крепкого здоровья, долгих совместных лет жизни. И еще внуков, чтобы дожить до правнуков, чтобы они у вас были такие же красивые, как эти девочки. У нас все красивые. И умные, самое главное. Все? Горько! 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 Молодым! Горько молодым! Все, молодец. Будьте счастливы. Спасибо. Спасибо. Будем счастливы. Что, чокаться будем? Будем. Давайте. Сопа, давай с тобой.
Вот. Андрей, отец как поженился, он никогда на людях не лез. Стоп. Осторожно. Ну давайте тут. Бери, бери, будешь, нет? Поздравляю вас с днем свадьбы тоже. Так присоединяюсь. С предыдущим оратором. Со всеми предыдущими. Вот. Поздравляю с 30-летием, которые... С 33-летием, летием, да, которые прошли. И... 30 лет и 3 года они жили вместе. Я тебя не перебивала. Ну, я хотел просто это подчеркнуть. И хочу выпить за следующие 30 лет. Давайте. Спасибо. Ну, интересно, как это всем будет? 30 лет и 3 года. Это мне будет... Ну, старик со своей старухой. 88 будет, лох. Как баба Валя как раз. Вот, чтобы дожили. У них... Чтобы дожили и... Тебе надо не одному дожить для этих лет. Надо, чтобы еще и вторая половина была. Да куда уже? На всем тетя к вам сегодня. Не, ну ты за здоровьем следишь, ты долго протянешь. Ага, тебе так кажется. Да, ну. Встречаем вам Настю Иванову с песенкой «Весенняя капель». Встречаем под аплодисменты. Ура! Песня «Весенняя капель». Ну, хватит присказок. На дворе сосульки плакали, под лучами солнца таяли, голубые слезки капали и про талинку оставили. Динь-дон, 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 динь-дон. А без проигрыша можно? Пляшут капельки горошины, и на мартовской проталинке протяну ладошки к солнышку, голубой цветочек маленький. Динь-дон, 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 динь-дон. Это солнечная песенка нашему маме поздравление. Динь-дон, 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 динь-дон. Все? Браво! Браво! Молодец! Через одну минуту у нас будет мамочка милая. Наше солнце милей, та, что зовется мама моей. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Ветер завоет, гроза за окном. Мамочки в доме страх нипочем. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Частушка! Папа полдотер добылив, приготовил винегрет. Ищет маму, что же делать, никакой работы нет. Ух! А что еще раз про папу, я не поняла. Папа полдотер до блеска приготовил винегрет. Ищет маму, что же делать, никакой работы нет. А давай напрасненько говорят. Вот лягушка сидит, учит, учит алфавит. Только вместо у лягушки вылетают очень громкие квакушки. Ква-па-па-ква-ква-ква. Вот
тут утенок сидит, учит, учит алфавит, а тут сердце уселся прямо в лужу. Но лишь кряковки одни летят наружу. Кря-кря-кря-кря-кря, кря-кря. Кря-кря-кря-кря-кря-кря. Вот ворона сидит, учит, учит алфавит, но из норе слышается кошмаром. Вместо букв вылетают кар-кар-кары. Кар-кар-кар-кар-кар-кар. Кар-кар-кар-кар-кар-кар. Вот собака сидит, учит, учит алфавит, но зубрёжка ничему не помогает. Только гавкалки из пасти вылетают. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Вот поросенок лежит, учит-учит алфавит. Только хрюкалки. Только хрюкалки. В пасти вылетают. Нет. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Конечно, придумал. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Из рыльца. Только хрю. Не готово, короче. Только пальчики. Только металл, повидал. У свинишки. Хрю-хрю-хрюкалки. Одни летят наружу. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. А вот кошка сидит. Нет, учит, учит алфавит. Нет, нет, нет. Только мяуки одни летят. Нет, не надо, кошки. Не надо, не надо. Мяу-мяу. Не надо, не надо. Вот корова лежит, учит, учит алфавит. Не дает ей подпишая наука. Получается сплошная мума. Да. Кульминация праздника, разрезание торта. А может у меня с надписью кусочек? София заказала слизь. А где слизь? Ложка? Ну? Ложка. Ложка, вот ложечка тебе. Понятно. Тебе надпись, да? Угу. Тебе мне. Ну я тебе это немножко с надписью вот здесь. С буковкой L. А что тут написано? Мам. С любовью здесь написано. У тебя вот люб. Ложечка люб. У тебя есть? Садись. Люб. А я от тебя еще. Иди вот сюда, садись, Софья. Софья, кто принес часы? Кто принес часы? Много полный люб. Там было написано, с любовью там было написано. На десерт. У нас с тобой клубничная свадьба. Вот у нас и клубничка. Вау, а какой чай клубничный. Я как красный буду есть. Почему чай клубничный? Ты побег. Чай казахский. Чай казахский. Я только красный буду есть. Конфета русский, чай казахский. Ну что я хочу сказать, дорогие друзья, товарищи. Спасибо, что вы пришли на нашу годовщину свадьбы. Наши самые близкие и родные люди собрались, да, за этим столом. На данный момент, да. Пока новых не народилось. Огромное спасибо вам за это. И что хочу сказать. Мы, конечно, прожили 33 года не совсем супер сладкую и гладкую жизнь. Но у нас было в нашей жизни все. Все, что можно было, это в нашей жизни все было. Кукурузу не охраняли, короче. Ну, да? Еще нам мы предстоит... Мы хотим у вас кукурузу посадить, Альберт. Нам еще предстоит очень-очень много всего пройти. Мама, мы в жизни не выбираем легких путей, не ищем легких решений. Мы стремимся к трудностям, сами их себе создаем, сами преодолеваем. Нас трудности просто ищут. Вот, поэтому, что хочу сказать, вы, наверное, нас еще услышите. Не знаю, как будем мы жить, хорошо, плохо, ну, как-то будем. Со всякими трудностями, проблемами, невзгодами и, ну, и, конечно, с радостью. Наши дети и внуки мужают,
внуки наши растут, подрастают, стают очень красивыми, умными, за которыми мы будем скоро гордиться. Да, наша уж внучка будет петь в Вероне, да, ну, внучка? А вторая будет выступать, я, может, на Олимпийских играх, не знаю точно. А Алекс еще посмотрим, Софа, поживем, будешь? Увидим, будешь? Что он будет делать. На скрипке может играть будет. Скажи, буду. Буду. Ну что же. Я еще хочу молочка. Всем спасибо, что вы были с нами. До свидания. Пока-пока. Да, и итог нашей 33-летней жизни, вот он сидит перед нами. Мы этим гордимся. Да уж. Вроде бы тут еще одна была. А у нас еще не все было, что может быть. Так что мы еще... Все, впереди. Вроде бы тут еще одна вставлялась. Творцы своих судеб. Трудности улыбаются нам. Нам остается только улыбнуться им в ответ. Баба Лариса, тут еще одна должна стоять. Казалось бы, ну что скучать. Пройдет всего неделя. И все вернется на круги своя. Домашние дела, друзья, работа на пределе. А впрочем, жизнь вполне обыкновенная. Ой, извиняюсь. И лишь заметив первый снег над хмурою столицей и у ларьков озябшие цветы, я вспомнил, как недолог я, что он не повторится. На? Ага. Молодец! Браво! Продолжается вечеринка по поводу образования нашей семьи 33 года назад. Просматриваем ролики старые, которые наши. Снимай уже все. Ой, ой! Отлично, вот так, да. Включено, что ли, все? Да, включено. То где горит? Все горит сверху. Молодец. Господи, я уронила, извиняюсь. Тут у нас... Она сейчас уставшая. У нас тут забеги, забеги. Подожди. Надо... подожди, ой, надо руки, руки разминать. Да не убери от нее цветочек. Разминай руки. София, руки надо, руки разминать. Ты же сейчас пойдешь, ну, на что, нее. Софи, надо три раза руками махнуть, чтобы Настя один. Давайте, руки, руки надо разминать. Так. Софи соревнуется с Настей. Так, мышцы показывай, как можно. Ну ничего, она сейчас с дедом, а дед-то у нас, он умудренный опытом. Давай. Все, я отжималась. Все, готово. А? Давай, Софи, ты с дедом, я давай быстрее. Давай. Давай. Придумали гонку. Тапочка. Софи, 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 Софи. Давай, Софи, 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 Софи. Давай быстрее. Софи, ты выиграла! Давай, подкину тебя! Давай! Победитель! Герой палка! Давай!
Подождите, подождите. Так, победила! В этом раунде! А когда Настя побеждала, ее так не объявляли. Еще раз забег сделаем. Еще раз. Как? Меняемся. Давайте по-другому как-нибудь. Тапочек пошла по правилам. Нет, я придумала. Не надо придумывать ничего. Я больше придумала. Настя, мы сейчас будем больше собираться. Вот так. А зачем это? Ну, чтоб путались люди. Еще один. Не надо, каждый свой тапок обходит и все, давай. Стой. Эй, так, стойте. Стойте! Один на одинаковом расстоянии. Стар, внимание, марш! Настя! 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 Она ничья! 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 Зачем ты в рот тапок взяла? Придумала. Она хотела принести тапок. Чего она клонилась? Она тапок просто. Вот если бы ты не брала тапок, ты бы выиграла. Я выиграла. Да, в прошлый раз вообще не шла. Ничья. Ничья. Давайте объявляйте. Ничья, давай. Победила дружба! Ура! Кого? Да, почему я тебя? Так, о, меня говорит кого? София уже готова. А давайте папа с мамой. Ну я задом как фига. Папа против мамы. Давай. Какой папа против мамы? Ну я против. Таня. Кем? Что делать? Кто ее вести будет? Да. А ты Таня. Давай. Честно, не хочет.
Посмотри, какая! Ничего, Софи! Сейчас еще! Маша, это тренировка! Будем еще? Софи, девочка, давай, мы! Давай, давай, мама! Нет! Давай, давай! Давай! Мы выиграли! Давай! Давайте! На старт! Стой, стой! О, давай вот так, это просто индивидуально! Потом будет! На старт! Подождись, назад, назад, назад! Отъезжай! На старт! Подожди, давайте около линии! Софа, руки вперед чуть-чуть! На старт, внимание! Победил! В этой схватке победила Софа! Нет. Прошлый раз ты прошлый раз диван был. Надо за диван был. Ты в прошлый раз победила. Ну, мама же на диване сидела, это все равно что. Нет. Все ноги впереди. Давайте командуйте там. На старт. Внимание! Марш! Давай, Настя! Настя! Анечка! Ой-ой-ой-ой! А Настя готова сейчас выиграть? Это тяжело! Давай со мной! Настя, давай со мной! Настя, давай со мной! Давай! Я, давай, я еще раз не пробовал, давай со мной. Вот так. Не-не-не-не. Не, как было. Как давай. Было, давай. Давай. Так, до дивана, да, дотрагиваемся? Да, до дивана. Если ты сейчас не обойдешь тапок, я не буду больше с тобой. Софин говорит, я за ним. Давай, на старт, внимание, марш! Ничья была? Нет! А нет? Настя, Настя, так, ладно. Давай, давайте теперь я подниму. В этой схватке победил Юрик. Как Юрик? Три раунда вперед плеснулся на много. Настя первая. Ну, Настя первая. Ну, извините. Настя, идем сюда. Пойдем. Судьи-то видели? Судьи-то видели? Я судья был. Давай. Давай вот так. А она кто? Она давай, она болеет. Вставай вот так же. Вот так, вставай. Горбом. Так, на старт. Внимание, марш! Давай, 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 давай! Давай, Софи! Настя вперед! Настя вперед! Чуть-чуть! Молодец! Молодец! Давайте! Молодец! В этой схватке победила Настя! А София молодец! Старт, внимание, ваш! Давай, давай, давай! О, Мартин! Нечестно, нечестно, нечестно! Нечестно, нечестно! Настя, нечестно! Ну почему? А потому что опускала ногу! Не считается! Ты ее так опускала и подпрыгала двумя! Да нет, вот так вот! А давай я кому-то! А давай кому-то на одну ноги вот так же был! Внимание! Фарш! Фарш! Фарш!
А что, победила Настя? Вова, ну ты в прошлый раз была первая, а ты теперь вторая. Юрик же не плакал в прошлый раз, когда ты проиграл тебе. Да, я же тебе проиграл. Ничего страшного. А давайте вот так. Ну, кстати, не медленно, Настя. Внимание! Марш! Стой! Еще раз! Так, на старт! Бежать! Внимание! Марш! Марш! Софи! Таня! Таня! Папа! Папа выиграл! Башку, что ли, ударился? Что случилось? Диван врезался. Короче, доигрались. Травму получил. Папа. Да я фигня. Может, приложить что-нибудь? Да ничего, уже. Ну, волосами не видно. Ну, кто выиграл-то? Вы. Мы? Да. А, давайте объявлять. Папа буксанул. Я в ночнушке. Так, вот Лариса тут отправляет цветок. Тут заказали, и она любительница цветов у нас. Уезжают наши родственники, внучки, вместе с родителями. И вот так вот запаковали цветок. Как называется цветок, Ларис? Монстера. Так что, кому надо, заказывайте. Лариса может. Смотрите, сколько у нас их. Вырастить. Да, вырастить. И уже готовые есть, да, вот такие вот. Так, ну ты все уже будешь выносить? Все. Второй день свадьбы у нас закончен. Вот здесь вот они свою машинку загнали. Вот хорошо, что я очистил снег. Теперь есть куда загнать. Сейчас будут выезжать отсюда. О, а что плачем? Ну сейчас принесем. Сейчас принесем рюкзак. Сейчас принесем. Принес рюкзак ее. Так, пошел выезжать.